Завершился еще один круглый стол в рамках конференции X5 Диалог 2022. Один из участников у нас прямо сейчас здесь. Это Алексей Гаврилов. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, о чем вы говорили сегодня с коллегами и какие вопросы обсуждали? На нашей стратегической сессии обсуждали вопросы по собственным торговым маркам в присутствии Перекрестка, Пятерочки. Обсуждались наши планы на будущий год. Обсуждались вопросы стратегического партнерства, которое, в принципе, наверное, является таким самым обсуждаемым вопросом на сегодняшней сессии, потому что и в пленарной части, и в круглых столах эта тема поднималась неоднократно. Всех интересует гарантия, стабильность. Ну, в текущих реалиях, конечно же, стабильность, наверное, является самым важным. В любом случае, сессии — это обмен опытом. Вы сегодня что-то принесли новое коллегам, дали кейсы. А что вынесли для себя? Что вынес для себя? Ну, в первую очередь, наверное, обратную связь, которую мы получили от поставщиков. Был интересный опрос, какое количество поставщиков готовы заниматься и работать с частной маркой сети. Достаточно хороший показатель. 15% участников, которые никогда не производили частную марку, готовы ее попробовать и хотят развиваться. И более того, 40% участников отметили, что они хотят наращивать эти объемы и идти вперед, и развиваться вместе с сетями и с Перекрестком, и с Пятерочкой. Отлично. Но не знаю, можно ли говорить сейчас уже о каких-то итогах круглого стола, но в любом случае какие-то вы себе цели наметили на этом мероприятии, расскажите, выполнили? Да, безусловно. По итогам, наверное, все будет понятно уже в рамках переговорной кампании, когда мы уже тет-а-тет встретимся с производителями, и мы поймем, удалось ли нам донести мысль. А что конкретно по целям на сегодняшнее мероприятие, то да, безусловно, обозначили все свои амбиции, обозначили все свои желания и рамки дальнейшего сотрудничества, о том, что же все-таки такое стратегическое партнерство и что же все-таки такое программные закупки, да, это тоже все удалось донести. Во всяком случае, вопросов на эту тему было, ответили, но больше не возникало. Поэтому я думаю, что здесь, да, эффект положительный. Спасибо вам большое. Тогда желаем вам удачи уже в каких-то частных личных переговорах и надеемся, что цели будут мероприятия все-таки достигнуты до конца. Спасибо большое.